Так, окей. Я вернулся, мне пришлось немножко начать заново. Ну и чего, мне не жалко. Продолжим нагибать всех и все. Я, кстати, уменьшил звук, так что... Так что мне сейчас должно нормально быть. Слышишь, что? Блин, не попадаю в них. FPS все-таки иногда проседает здесь, не знаю, с чем это связано. Может, оптимизации просто еще здесь не завезли. Почему я не могу его даже задамажить? В чем прикол? Так окей, мы на подлодке. Ох ты! Мы выехали даже на подлодке. Живее, живее, шевелитесь! Открывайте долбанный люк! Есть! Получилось! То-то же! Я же говорил, что выберемся, Уайт! Ой, чувствую, сейчас будет плохо! Я так и думал. Ну да, естественно, Россия самая плохая. Дипломатики русские и американцы sono recati oggi a Bruxelles per le Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. Короче, я скипаю это, понятное дело. Россия захватывает мир, все понятно. Окей. И сейчас я быстренько сделаю звук потише и вернусь. Так, настройки. Вот и все. Вроде все, да? Аудио, да? Все нормально. Минное поле. Залетчики. Мы были на территории русских. Помогали контрразведчикам. Нам сказали, задание простое. Но простые задания только в фильмах бывают. Не могу поверить. Ты опять завел нас на минное поле, Хага. На себя посмотрите, кретин. Эй, да они там не устроятся, Марлоу. Сколько время? До встречи, 5. Ладно, будем там через 3. GPS не видит внизу нашего парня. Сержант, уверен, что он там? Да, если только эта разведка не лошанула. А если я лжанула? Забей. Скоро закончим. Не бзди.
сержант. Ты спас мне жопу. Не терять же тебя под конец. Все так, Марлоу. Парень там совсем один. Нужно еще раз, я чуть на мирный не отступил. Чувствую, был бы здесь бабах-бабах. Мой Скар. Или что это? Там вроде Скар. А нет, XM8S. Ладно, давайте побыстрее. Так, добрались. Стой, стой. Патруль. Помоги сигнал. Где патруль? Нас же не заметили. Это что такое? Ты что такое? Это АН-94П. Окей. Окей. Черт. Наш агент. Окей. Сейчас нашего убьют. Ведь так? А, нет. Вижу цель. Посмотрим. Архангел, Браво 2 на связи. Кажется, видим транспорт и объект. Вас понял, второй. Нет. Чё? Мать вашу! Архангел, подтвердить уничтожение объекта. Сержант? Архангел, он начал движение. Браво 2, главный, прекратить огонь, прекратить огонь. Он на прицеле был. Чего не дали вальнуть? Валить ты будешь, когда я скажу. Успокойся, бля, придет и твой час. Архангел, объект ушел, транспорт на месте. Браво 2, главный, город объявлен враждебным. Захватите транспорт. Вас понял, Архангел, конец связи. Слышал приказ? Окей, погнали. Придется нам одним. А не пришлось бы, если бы кто-то не полил. Иди давай. Браво 2, разрешаю открыть огонь. Пробивайтесь к транспорту. Нам разрешили открыть огонь. Ничего не знаю, кстати. Надо прятаться. ХП же не бесконечные здесь. Ой. Ой, у меня же подстволка была. Ладно, неважно, сейчас. Вот как я так мог? Окей. Да, эта машинка еще жива? Или как? Слушай, а машинки-то норм. А, нет. Больше нет. Я спрячусь. Да чё они так простреливают? Чё они такие жесткие? Так, куда я забрался? Ого! Что за фигня? Где мой автоматический режим? Все, валим на крышу. Да здорово, да блин. Ты что такой жесткий с РПГ? Кто там сидит с РПГ? О, привет. Так, хорошо, вижу. Блин. Так. Здрасте. Пока. Так, ладно, вернемся в обычный режим. Чисто или нет? Я просто нифига не вижу. Да ничего. Хотя. Да где? Откуда? Короче, валить надо.
Здравствуйте. Да. Я видел, я же убил там вроде РПГ. Ой. Пойду-ка я возьму РПГ. Я не могу пройти в дверь. Что прикол? А, ну ладно, я могу разбить. Где мой РПГ? Так, а вот я. Блин, я сейчас сдохну. Прощайте. Почему я все время? Зарано, спасите. Так, где еще? Граната. Я ж тебя убил. Окей, сохранение, это хорошо. А я хочу пулеметик, зараза! Чё? Я не понял. Можно гранату туда кинуть? Все. Прощайте. И в нас граната прилетела. Я шиб вас гранатой. Да он еще жив. Дайте мне пулемет взять. Где пулемет? Нет, я возьму это и... Нет. Нет. Поменяю тебя. Во! Вот это дело. Так. Чуть не убили. Ой, здесь сдохну с одной пули, можно! Я его не заметил. Бесит так. Как? Чё так жестко? Да блин! Да ёлки! Чё опять с этого десанта начинать? Не хочу! Ладно, я пока что обойду их. Ты куда гранату бросил? Всех убил. Да, блин! О-хо-хо, привет! Кто тут у нас такой красивый? Где ты? Ой! О-хо-хо! Приветик. Ты его на тебе гранату. Он там жив? Ты жив? Ты жив. Я его в руку убил, нормально. Окей, так, я где-то здесь. По мапе вижу. Оп! Привет. Я хочу пулемет. Где же был пулеметик? Блин. А, вот, 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 вот. Как захватить авиаудар? Дайте.
танк. Да. Я против танка ничего не сумею сделать. Блин. Ой, здрасте. Как ваши дела? А как с ним разобраться-то? Ему будет нормально? Он тогда посмотрит еще. Смотрите, как он двигает башни, это ненормально. Нет, 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 я не хочу. И чем мне его убить? А, блин, я... Все это время было видно. Все. Извините, что туплю. Не заметил надпись маленькую такую справа. Так, здесь дробовик. Не хочу дробовики. Не люблю дробовики. Пойдемте дальше. Это было прекрасно. Так, тебя. И... А в чем разница-то? Ладно, здесь больше патронов, так что тебя оставлю. Они хотят одно и то же, зачем что менять? Не нужно вообще не менять это. Бах. Я здание взял, обловил. Нормально. Так, хорошо. О, здрасте. Ой, ой. Можно отойти? Я отойду. Я сейчас сдох. Да ну, почему вы с каждой стороны-то идете? Я хочу уже обойти вас. Ага, РПГ, ага, до свидания. Да где? Откуда? Почему здесь дымовых нету? Со всех сторон! Уйди вон! Так. О-хо-хо! Приветики! Так, пока. Надеюсь. Ты там жив? Жив. Как ему там, нормально? Да иди ты! Все, убил его вроде, да? Ведь так. Поскольку он еще не агрится, значит убил. Продвигаться-то надо. Угу. Так. Постою-ка я тут. Он сдох? Нет, не сдох. Теперь сдох. О, РПД. Хорошо. Можно было их сорвать. Так, еще один пулемет. Ой-ой-ой! Подождите-ка секундочку.